Вітаю вас, шановні глядачі. Мене звуть Олег Соловкін і в ефірі проект «Інтерв'ю дня». Станом на 1 жовтня цього року вже третина одеситів, а саме 350 тисяч наших містян підписали декларацію із сімейним лікарем чи педіатром. Нагадаю, що це передбачає медична реформа, яка наразі усе ще триває. Обрати сімейного лікаря для укладення декларації про медичне обслуговування можна в будь-якому центрі первинної медико-санітарної допомоги та їхніх структурних підрозділах, амбулаторіях сімейної медицини. Також зазначу, що оптимальна кількість пацієнтів, рекомендована Міністерством охорони здоров'я України для сімейного лікаря, становить 1800, а для педіатра 900 осіб. Якщо ж лікар досяг даного ліміту, то нових пацієнтів на обслуговування він може не брати. Тому відкладати підписання декларації не варто. Ну і більш докладно про усе це нам розкаже головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Тетяна Черненко. Сьогодні вона гість нашої студії. Пані Тетяна, вам добрий вечір. Добрий вечір. От завжди кажу, що класно, коли не ти йдеш до лікаря, а лікар йде до тебе. Тож дякую, що знайшли час і до нас завітали. Отже, як загалом оцінюєте перші результати роботи за новими правилами та що кажуть сами пациенты. Прошу вас. Значит, сегодня, как мы оцениваем сегодня реформу, которая проходит в нашем данном городе? Да? Я хочу сказать, что результаты могли быть лучше. Завдяки чему? Активности, наверное, наших жителей нашего все-таки города. Да. Сегодня мы около 32-34% имеем подписанных деклараций между семейным доктором и взрослым населением, и между педиатром и детьми нашего города. Но мы на данном этапе не останавливаемся. Мы сегодня продолжаем активно вести общение с нашими пациентами, с жителями нашего города. Что они кажут? Что они говорят? Первая такая интересная фраза, когда задаешь пациенту, почему вы еще не заключили декларацию, они говорят, ну мы же еще успеем, у нас еще есть время. Да? Я хочу сказать, сегодня время есть. Но давайте вот основные три причины, по которым не стоит ждать конца года. Первое, это то, что вы уже сказали, было вами отмечено, что сегодня количество пациентов на доктора строго лимитировано. Да? Семейный врач сегодня может подписать декларации с пациентами в количестве 1800. 700 человек и не больше. Так. Педиатры это 900 детей и опять же не больше. Поэтому с каждым днем количество пациентов у данного, допустим, доктора, оно растет. Да? И когда кто-то из наших жителей или гостей нашего города все-таки созреет и захочет попасть именно к этому доктору, но у него уже будет набрано максимальное количество пациентов, доктор ему откажет. Mm-hmm. Конечно же, пациент обидится, я думаю, что это будет неприятно ему, но мы ничего, к сожалению, сделать тогда не сможем. Это первая причина, по которой все-таки стоит сегодня идти выбирать доктора и заключать декларацию. Так, друга. Вторая причина – это то, что, заключив декларацию, данный пациент имеет право на гарантированный пакет медицинских услуг, предоставляемых сегодня лечебным учреждением. Мы поговорим про него докладно позже. Так. Если же пациент не заключил декларацию, то за этот пакет гарантированных медицинских услуг ему придется заплатить самостоятельно из своего кармана. Mm-hmm. И третье. Мы знаем, что в 2019 году, с 1 января, в реформу вступает вторичное звено медицины, да, это поликлиники, это больницы. И одним из условий получения бесплатной услуги на втором уровне, да, это ультразвуковая диагностика, это рентген исследование, флюорографическое исследование. Одним из условий, чтобы получить эти исследования бесплатно, пациент должен обратиться на второй уровень по направлению семейного врача. Mm-hmm. Если же он идет на второй уровень за этими исследованиями без направления, ему придется также заплатить из своего кармана. Поэтому, видите, все у нас сегодня взаимосвязано. Семейный врач, пациент, декларация и направление уже на второй, на третий уровень для консультации, для диагностики. До речі, яка кількість пацієнтів на сьогодні обрала саме вас, і скільки з них приблизно вже змогли відчути на собі переваги медичної реформи? Значить, сьогодні у нас по нашому центру вже заключено більше 35% декларації. Тобто 35 тисяч декларацій між пацієнтами і між докторами нашого центру сьогодні вже заключено. В чому пацієнт виграє, да, коли він має свого доктора? Мы сегодня понимаем, что сегодня
уже 21 век. Сегодня пациенты самостоятельно, многие или родственники пациентов могут пользоваться всевозможными гаджетами, да, они имеют доступ к компьютерной сети. Такие пациенты могут сегодня самостоятельно записаться к семейному врачу на прием. То есть ему не нужно звонить в поликлинику или в центр, приходить. Он самостоятельно, да, заходит на сайт e-health, заходит, формирует свой кабинет, и с этого кабинета он спокойно может записаться к семейному врачу. То есть ручно? Конечно. То же самое. Он записывается на определенное время. Ему не нужно выстаивать очереди под кабинетом доктора. Вот он себе выбрал день, выбрал время свободное, да, записался, он пришел без очереди, попадает к данному доктору. Mm-hmm. Кроме этого, сегодня пациент и доктор имеют возможность общаться при помощи телефона, при помощи скайпа. Да? Это тоже очень удобно. Если пациент находится за городом, но у него есть его любимый семейный врач, которому он сегодня доверяет, доверяет ему свое здоровье. Да? Этот доктор знает очень хорошо этого пациента, да? Все нюансы его здоровья, терапию, которую получает данный пациент. И находясь, допустим, не в городе, за городом, пациент созванивается по телефону с своим лечащим врачом и получает рекомендации, необходимые ему в тот момент, когда это необходимо. То есть это еще один плюс. Так? Кроме этого, семейный врач, он наблюдает эту семью и этого человека с рождения, да, и до глубокой старости. То есть он может спрогнозировать различные заболевания, которые могут передаваться и на генетическом уровне, да, какие-то семейные проблемы, посоветовать на ранних этапах, допустим, формирование какого-то заболевания или, наоборот, предотвратить данное заболевание каким-то профилактическим методом в данной семье или у данного пациента. Поэтому сегодня, мне кажется, вот эта вот работа пациент-семейный врач, она очень должна быть плодотворна и в будущем принесет свои результаты, и мы это, конечно же, увидим. Ну и далі давайте більш докладно про те, що ж таке медична декларація, навіщо її потрібно укладати і сімейним лікарем чи педіатром, та які переваги вона надає пацієнту. Прошу. Значит, то, что я уже сказала, что сегодня, заключив декларацию с семейным доктором, пациент имеет право на получение гарантированного пакета бесплатных медицинских услуг. Что в него входит, я сейчас расскажу. Так. Это общий анализ крови, так. Это общий анализ мочи, это анализ крови на холестерин, это глюкоза крови. Это консультация семейного доктора, это выезд на дом семейного доктора, если будет в этом необходимость, да? Это быстрые тесты на тропонины, как индикатор инфаркта миокарда, это быстрые тесты на гепатиты В и С, быстрый тест на ВИЧ-инфекцию, быстрые тесты на беременность, рост, вес, если есть как необходимость еще каких-то дополнительных, там уже семейный врач будет направлять пациента дальше. То так. Есть вот то, что я перечислила... Это один раз это... на рік положено, чи ні? Нет, нет, тобто, нет. Тобто, скільки знадобиться пацієнту, він може скористатися цим. Нет ограничения, конечно. Если так. Врач посчитает нужным, что данному пациенту, да, при, допустим, он раз обратился, второй раз и третий, нужно каждый раз произвести данное исследование, он будет направлять этого данного пациента на это исследование. Так. Ну и давайте про те, как саме подписание декларации влияет на якість медичної допомоги. Значит, сегодня, подписав декларацию с доктором, пациент, конечно же, имеет право полное требовать качественное оказание медицинской помощи. Да? Что значит качественное оказание? Это же довольно-таки обширное понятие. Да? Это то, что мы уже с вами говорили. Это избежание очередей. Это близкий контакт с семейным врачом. Да? И если что-то сегодня... Вы знаете, если у нее доктор заинтересован в том, чтобы оказать качественную медицинскую услугу пациенту. Потому что пациент, да, если что-то его не устроит, он пойдет завтра и перезаключит декларацию с другим семейным врачом. Это ему сегодня закон позволяет. Поэтому сегодня семейные врачи, они это понимают, они сегодня работают и повышают свою квалификацию, да, чтобы быть более востребованным, чтобы оказывать эти услуги на более высоком уровне, тем самым привлекая сегодня пациентов для того, чтобы он именно выбрал этого доктора. Потому что если этого не будет, то доктор в будущем останется без работы. Тобто лікар зацікавлений? Сьогодні, да, сьогодні заінтересований, є дві сторони, і врач, і пацієнт. Порадьте нам, будь ласка, як саме обрати сімейного лікаря чи педіатра, та чи обов'язково обслуговуватися у центрах первинної медико-санітарної допомоги або поліклініці за місцем проживання або прописки? Ні. Конечно, по старым нормативам у нас было, чтобы действовал территориальный принцип обслуживания. То есть ты проживаешь на территории, допустим, в Киевском районе, четко на этой улице, да, тебя обслуживает твой участковый терапевт. Сегодня территориальный принцип уходит
совсем. Сегодня каждый пациент имеет право выбрать семейного врача, где он хочет. Хоть тобто в другом городе. Людина проживает на Таирова, мешкает и может себе в Суворовском обрати районе. Конечно, центре, або на конечно, конечно. Да. Но я хотела бы сказать, обратиться сегодня к всем телезрителям, чтобы прежде чем делать выбор и доктора, да, и решаться все-таки на доктора совершенно в другом районе, нужно хорошенечко подумать, да. Вот, допустим, если когда я выбирала своего семейного врача, все равно я придерживалась того, что доктор Порт, и да, конечно, чтобы было это рядышком, да. Да, и с работой, и с домом, чтобы было мне удобно, потому что когда какая-то ситуация, проблемы со здоровьем, ехать, конечно, тратить час на переезд к доктору, это не очень удобно. Поэтому все-таки мое пожелание рассматривать все равно докторов, которые находятся вблизи территории вашего проживания сегодня. Так, і прописка значення немає. Де саме мають підписати декларацію із педіатром батьки своїх дітей? В дитячих поліклініках і в центрах первичної медико-санітарної допомоги. Сьогодні вести дітей від 0 до 18 років – це... Сегодня делают наши врачи-педиатры, работающие в детских поликлиниках. Так? Семейный же врач может вести сегодня пациентов от нуля и до глубокой старости. Ему это сегодня позволительно. Но мы смотрим сегодня по статистике, все-таки наши мамочки больше доверяют педиатрам. Да? Но я могу сказать сегодня, что у нас около 700 детей сегодня есть в центре на обслуживание. То есть заключили декларацию уже с нашими семейными врачами. И эта цифра высокая. Но это дети в основном более старшего возраста. 13, 14, 15, 16, 17, 18 лет. Все-таки малышей наблюдают в детских поликлиниках наши педиатры. Який порядок підписання декларації? Я маю на увазі, що для цього необхідно та які документи мати при собі і, власне, які документи підписуються? Значит, сегодня в каждом центре первичной медико-санитарной помощи подписание декларации происходит с 8 утра и до 8 вечера. Так. Людина приходить. В субботу точно так же, с 8 утра до 15.00. Сегодня стоит вопрос, но я буду говорить за свой центр, что у нас в центре и в воскресенье будет находиться дежурный врач и дежурная медсестра с 8 до 13.00 и будет тоже происходить процесс подписания декларации. Мы сегодня знаем, что, конечно, ввиду нашей молодежи и загруженности, да, что молодежь наша сегодня работает, и работает тяжело, и с утра до вечера, не всегда хочется в 7 часов вечера ехать уже в центр подписывать декларацию. Поэтому для этого, для удобства, так, мы в субботу и воскресенье приняли решение, что будут открыты центры и будем производить подписание декларации для тех пациентов, которые или жителей нашего города, которые в будние дни им неудобно к нам прийти. И с чем повинен прийти до вас пациент? Значит, пациент должен иметь при себе паспорт, код и желательно мобильный телефон, потому что в процессе подписания декларации ему пациенту приходит смс с кодом, да, этот код он должен сообщить уповноваженной особе, которая будет заполнять декларацию, она ее должна ввести в базу данных. Сколько загалом часу триватиме ця процедура? Подписание в пределах 8-10 минут, если нет никаких проблем с самой системой на сайте. Дуже швидко. Очень быстро. Сегодня, вначале это немножечко было, знаете, когда только переписная кампания началась с 1 апреля 2018 года, это было 15-20 минут, потому что система иногда была несовершенна, где-то что-то перегружено, а сейчас 8, я же говорю, 12 минут. Все зависит от скорости оператора, как он быстро набирает. Конечно, да. Значит, все данные человек, который заполняет декларацию, вносит в электронном виде. Затем эта декларация распечатывается в двух экземплярах. Пациент ее проверяет, чтобы все было правильно указано. Когда он проверил, совсем согласен, но ее подписывает в двух экземплярах. Один экземпляр остается доктору в центре, второй экземпляр находится у пациента на руках. Чи має декларація строк дії та чи може пацієнт змінити обраного лікаря в будь-який момент? Сегодня срока давности декларация не имеет, но вот сменить врача пациент может в любой момент. Так. Он может сегодня выбрать одного доктора, завтра второго, а послезавтра третьего. Серьезно? И это ему разрешено, конечно. Вы понимаете, когда сегодня же пациенты выбирают наших докторов, многие, которые даже никогда в центры и в поликлинике не обращались, как бы это очень хорошо, да, все хорошо с состоянием здоровья. Все бывает, может быть, в процессе не подойдет доктор пациенту, может, они не смогут найти общий язык. Пожалуйста, поэтому пациент может, он когда приходит перезаключить новую декларацию,
он и заключает ее, и автоматически аннулируется предыдущая. И уже пациент идет к тому доктору, с которым он второй раз уже заключил декларацию. Пані Тетяно, як обслуговуються виклики на дому, та чи можна підписати декларацію із лікарем однієї медичної установи, а додому викликати лікаря іншого медзакладу? Значит, сегодня нормативная база Министерства здравоохранения говорит о том, что вызов врача на дом как таковой сегодня отменен. Есть те состояния, при которых, конечно же, доктор придет на вызов к пациенту. Але вирішується сам. Але, да, сегодня это, доктор принимает решение самостоятельно. Вызова мы сегодня принимаем в своих центрах, да. Обязательно с телефоном пациента, и затем доктор после своего приема созванивается с пациентами, и уже в индивидуальной беседе они решают, нужен сегодня приход семейного врача на дом или не нужен. Вы понимаете, это, наверное, очень хорошо, потому что сегодня, когда доктор идет на вызов, он тратит колоссальное количество времени. Да? Он это время мог бы провести на приеме и за это время принять в два раза больше пациентов на приеме, конечно. И это было бы намного эффективнее, потому что на вызов доктор приходит с фонендоскопом, да, в принципе, с тонометром, и у него возможностей, конечно, таких нет, когда он находится в центре. Поэтому мне кажется, что лучше все-таки, когда пациент, если он может прийти, в состоянии его позволяет, все-таки, чтобы приходили на прием к семейному врачу. Ну и додому викликати можно только своего лікаря. Конечно, конечно. Скажите, будь ласка, а если лікар захворів або знаходиться у відпустці чи у відрядженні? Если такая ситуация происходит, то по центру издается приказ, назначается доктор, который на время отсутствия данного доктора будет выполнять его обязанности. И це любой усе пациент... швидко відбувається? Конечно, ну конечно. Ведь отпускная кампания планируется заблаговременно, да? Уже мы знаем, кто у нас идет в отпуск в следующий месяц, да? Уже сейчас мы понимаем, кто будет заменять этого доктора, издается приказ. Естественно, мы, эта информация должна предварительно тоже быть донесена до его пациентов, и при возможности врач и медсестра перед уходом в отпуск они тоже информируют пациентов о том, что их не будет определенный промежуток времени. Добре, а якщо у пацієнта раптово от погіршилося самопочуття і йому необхідна невідкладна допомога, що робити тоді? Он делает вызов врача на дом, и врач к нему приходит. Это неотложное состояние. Тільки так. Но если у него ухудшилось состояние, ему именно только вот сейчас, если вы имеете в виду, если он пришел на прием или он находится дома? Нет, он находится дома. Тогда к нему приходит, конечно, приходит семейный врач. Так. Это даже не обсуждается. А невідкладна допомога, вот что вона передбачає? Це виклик карети швидкої допомоги чи виклик сімейного лікаря? Нет, это семейный врач. Неотложное состояние обслуживает семейный доктор. Скорая помощь относится к экстренной медицинской помощи, поэтому она уже вызывается в более экстренных случаях. Семейный врач идет, да, возможно, это будет бригада неотложной помощи, это семейный врач со своей медсестрой, они приходят на вызов, они смотрят, если не могут справиться сами, то они оказывают помощь в полном объеме, которую они могут оказать. Если же нет, они самостоятельно могут на себя вызвать карету скорой помощи и уже транспортировать пациента, если в этом есть какая-то необходимость уже в стационары города. Скажите нам, будь ласка, а чи може лікар відмовити у підписанні декларації? И якщо так, то що у цьому випадку робити? Значит, мы уже говорили, что сегодня пациент может отказать по двум причинам. Не пациент, доктор, семейный врач. Первое, это когда он набрал максимальное количество пациентов, это 1800, семейный врач, 900, педиатр. И второе, это когда пациент, который уже заключил с ним декларацию, регулярно не выполняет рекомендации доктора. Или нарушает распорядок. Допустим, да, там не назначается ему обследование, он их не выполняет. Назначается лечение, он не принимает данную терапию. Вот при этих условиях семейный врач может быть инициатором той стороны, которая разорвет данную декларацию. Тобто розірвати декларацію може як пацієнт, так і сам лікар. Скажіть, будь ласка, от ми з вами сказали, що у сімейного лікаря на обслуговуванні може бути 1800 осіб, у педіатра 900. Да. Але ж це рекомендована кількість осіб Міністерством охорони здоров'я. Тобто лікар все одно може взяти більше на облік свій? Ви знаєте, то, що це рекомендовано, говорять, що можна взяти больше 1800, но опять же, эти нормы действуют больше для
области, где есть острая нехватка в медицинском персонале, и на одного врача, да, еще до реформы приходилось большое количество населения. У нас по городу Одессе нет нехватки в семейных врачах, поэтому я думаю, что больше, чем 1800 деклараций семейный врач города иметь не будет и не потянет. И оказать всем достаточно, да, качественную медицинскую помощь, внимание каждому пациенту, это просто физически невозможно. Ну от і дві хвилинки в нас залишається до кінця розмови. Скажіть нам чесно, багато хто от ругає виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я Уляну Супрун. Що кажуть медики? Чи вони задоволені? Ви знаєте, я не можу говорити сьогодні за всіх медиків, да? Я можу сказати сьогодні за себе. Ну, ви ж спілкуєтесь зі своїми колегами. Що кажуть у кулуарах? Ви розумієте, що я повністю підтримую реформу. Хороша она или не хороша, да, покажет все-таки время. Но то, что нужно было что-то менять в нашей системе здравоохранения, это, конечно, я думаю, скажет сегодня, согласится каждый житель нашей страны. Поэтому всегда сложно жить в эпоху реформ, да, но всегда перемены, перемены к лучшему, это всегда хорошо. И мы будем надеяться, я уверена, что у нас все буде хорошо і навіть краще, чим ми собі планували ізначально. Приємно таке чути. Ну і, шановні глядачі, в разі виникнення проблеми у при укладенні декларації слід звертатися до головного лікаря установи або на гарячу лінію відділу звернень міського департаменту охорони здоров'я. Телефон 705-76-32 у робочі дні із 9 до 18 години. Сподіваюсь, що ми усе розказали. Ви ж, любі глядачі, цим не нехтуйте та поспішаєте укласти декларацію із обраним лікарем. Вам дякую за змістовну розмову. А в гостях у нас була головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Тетяна Черненко. Будьте здорові і до побачення. Дякую.